Клип Балаклава. Сколько мы ехали? Где-то 1:30. 1:30? Да. Как отель называется? Куприн. Куприн. Это такой небольшой отель, частный, да, я понимаю? Да, частный небольшой отельчик. Посмотрите, какой у нас балкон. Так, все оформлено прикольно. Кто здесь? У ребят номер соседний. Закат будет туда, можно будет снять прикольный таймлапс, короче. Вон крепость, чувал, на котором мы собрали. Вон крепость какая-то непонятная. Машину припарковали. Вон он, все, последний стоит. Ну что, у нас телевизор здесь, мини-туалетный столик маленький, тумбочки, холодильничек. Сейчас посмотрим, есть ли там мини-барчик. Нету, мини-барчика. Слава богу. Да, ну и шкафчик. Вот, пожалуйста. Владимир, прикольно оформилось, все, вот, все в картинах, да? Так, ну что здесь? А, ну здесь душек. Все понятно. Ну, все очень даже прилично. Рама здесь, конечно. Здесь рама вообще, я как человек, кто этим занимается, просто офигеваю. Это дерево. Да, это дерево. Главное, это влажное помещение, потому что не трескается, да? Это дерево, однозначно. Номер 6. Вася был пойман на взломе роутера. Ну, примерно та же ситуация, да? Ну, у них шкафчик чуть-чуть поменьше. У них шкафчик поменьше почему-то. Шурик там уже снимает свои эти супер панорамы тут делают. Давай, давай, плавнее веди. Ну что ты руки трясут? Что ты так дергаешься? Такой отель приятный достаточно. У вас есть чайный сет, смотри. Смотри, заботливая водичка стоит для чайника. У вас тоже стоит водичка. Креветки можно было взять. Креветки надо было брать с собой, конечно, забирать оттуда. Ну, давайте рванем заберем. А, карточка тоже не лопнет, поэтому. Да, да. Сам кондей есть, все есть. Mm-hmm. Ну, очень прилично все на самом деле. Да, здесь все очень хорошо оформлено. Расположение войск при осаде Севастополя в Крымской войне 854-755. Сейчас мы выйдем. Все зеленое такое. Не скажешь, что осень, да, как бы? Не нравится. Пальмы, цветы какие-то цветут. Все такое. Или такой с душой. Так, вот каминчик тут. Добрались до Севастополя. Приехали. Куда мы приехали? Панорама обороны Севастополя. Снять. Так, панорама обороны Севастополя. Государственный музей героической обороны. Мало ли что. Нам угрожает опасность, бежим с Варгуновым. Парковщики, парковщики. Специалисты парковщики. Да. ОПГ. Эти разрушенные крепости, это вчера ты шарил. Вон там купола видны.
Она прям в горе сделана, церковь. Главное отсюда повернуться. Такие туннели. Это влево. Вот здесь держи за вот это. Как вы туда спустились, Вася? Здесь? Даша утомилась, уже сидит, скучает. План какой? Едем, берем какую-нибудь жрачку, пиццу и упарываемся на балконе. А, Ваня, пойдемте в хамам. Че вы? Он до 8 прям упарнулся. Мне кажется, не успеем. Мы знаем гонщика Дашу. Вы знаете тормоза Дашу, а гонщика не знаете. Его никто не знает. Поэтому писикайте в штанишки, сейчас порвем всех на дороге. Командующих, один Вася там машину ставит, все стоят со стороны, наблюдают, такие, этого, левее, правее, ты чё? А другие все команды. Там это... Но Шурик не забыл камешек подложить под машину, чтобы ничего не укатилось. Ой, подожди. Тест-драйв. Он даже не притормозил. У всех моих подружек вот этот вот подвижный раз. Угадайте, чем занимается Шурик. Готовится закуска суперская мега для винной тусовки. Вот, вскрытие в кадал. Короче, набрали столько вина, что поняли, что все это не допрем до Москвы. Было решено начать сейчас, да, уничтожить что-нибудь вот прямо здесь. Программа уничтожения вина. Даша у нас главный уничтожитель. Я мужского мозга. Смотри, сколько она себя наливает, сколько я наливаю, сколько она наливает. В общем, не знаю, доедет ли она до Москвы с такими этими, с двумя шарами из почек. Включил. Давайте поднимем бокалы за организатора, да, этого, согласен, мероприятия, за Дашу. Даша красава, очень молодец. Ура! Она умеет. Взяли какую-то прогулку на корабле. Даша настояла, вот идем за капитаном. Лезь. Да, прям вижу. Уверены? Да. Полезем, что делать. Здрасте. Ну и все яхточки.
причальчики, а все же потом перестройки. До перестройки это был один причал, и все. А в самом конце, вон там, видите, здесь стоят дозы. Это стоят рыбацкие ярлики стоят, они там сейчас и стоят. Здесь еще не было. Был просто жилые дома, все. Там же заводы не нужны, правда, не нужны. Ты прыгни, скажи. Когда приедет Путин, Медведев, ниже. Час приедет. Час. Да. Час мы решили сделать элитный клуб. Здесь будет как управительство. Все военные катера убрали. Вот видите, маленький трочек, береговая охрана, синенький стоит. Ага. Знаете, скорость 70 миль в час. Представляете? Это около 130 км в час. Вот видите, это научная наводка, но сами знаете, наука и военные снаряжи. Глубина канала 8 метров. Длина 750 метров. Тонны земли было в Дублинце. Это самоклассник. Еще какая беда была. Пока была Украина, это настоящая рубка была головки металлическая. Она заржавела, упала и валялась. Украина не воевала, ничего. Ты же сейчас вернулся с севени, привели порядок. Проходят рыбаки, утром собирают, продают рыбу на рестораны, пицца продают. Пока встроили этот канал, тысячи производств стало чуть больше. И он же помещался в этот поворот, не писался там поворот. Ага. Короче, когда пошел принимать Хрущев эту штольню, да, то они что сделали? Одна лодка заходит, а другая под номером, а под таким же номером другая что-то выплывает. А, ну, надурили. Посмотрите, если в ручке получили за такие, да? Да. Мама дорогая. Нормально так штормит, да? Такая американский кофе, короче. Ну, кто переселил в мире? Гора Мытыли, как плата. Там можно подняться и прямо по запилочке с аэроплана подняться наверх. 141 высота. Там идет нас. Давай. Снимай это. Что? Обеда было решено подняться, попробовать крепости на гору. Но это не факт, что получится, потому что силы уже заканчиваются. Спешим. Здесь красиво. Пойдем? Да. Выше, реально? Да. Ну ладно. Ты нас сюда заманил. Не знаю, эти сумасшедшие полезли в гору, пришлось идти за ними. Издеваются, издеваются над больным старым человеком. Вот она, Балаклавская бухта. Вот там где-то наш отель. Еще какая? Та самая. Сань, там очень далеко.
Стой так, сейчас сфоткаю. Даша меньше всего хотела лезть в гору, теперь, говорит, полезла на самый верх. Соберись-то, да. Забрались на самую вершину. Я последний. Все, нагуляли, спускаемся вниз. Пошли по другой тропе, не знаю, сможем ли там выйти или нет, очень непонятно, в общем. Дашка ползет уже по горам, как обезьяна. Такая здесь дорога непростая, блин. Особенно вверх. Вниз-то еще более-менее спускаться, а вверх поднимался я с двумя перекурами. Так, достаточно крутой подъем. Ребята вон уже куда-то вниз ушли. Вот это вход через скалу на сквозной, через него подводные лодки проплывали в бухту. Куча кораблей плавает, не знаю, все эти экскурсионные, наверное, лодочки. За 2000 нас сегодня прокатали, в общем, так, достаточно интересная экскурсия была. Офигеть, красота, да? Контрольное фото. Во сколько у нас самолет? 5.15 самолет. Идем на посадку. Она... Чекинится. Чекинится идем, да, чекинится и... Берем опыт. Да. Офигеть, все это живая изгородь какая-то у них. Все это живые растения. Офигеть. Вот и горшочки, из них растут цветы. Ну такое никогда нигде не видел, да, вообще оригинально сделано. Прям целая стена, как будто из зелени. Там специальный ветер. И, да. Кстати, вот этот цвет, я уверен, что он тоже специальный для растений.
Наверное, да. Круто. В общем, крутой аэропорт достаточно. Смотрится со стороны офигенно. Простой, большой, просторный, современный. Современный. Да. Второй этаж, зал ожидания, третий этаж, управление. Пятый этаж. Давайте посмотрим сначала, куда нам идти. И для тех, кто едет с отпуска. И уже устал. Так прикольно. Растет. Да, он шикольный. Думаешь? Да. Похож? А, нет. Или это какая-то типа губки? Нет, это губка. Хотя... Ну это не живот, понятно. Все, идем на посадку, самолет. 4 утра. 5. 5 утра уже, да. Спать охота неимоверно. В общем, сейчас будем вылетать. Да.